Фрипулья, речь слушайте. Я, ожившая земля и ожившая, излечить тело свое тебе подаренное, то есть не забирать обратно. Я, Фрипулья, свела свои глаза сюда несколькими парами их и несколькими челами веков, смотрю сама на себя и хочу спастись от смерти, на меня идущей. Смерть не находится здесь. Нет, она во мне. Я же нахожусь везде и во всем. Я сейчас концентрируюсь. Я сейчас думаю своими здесь видимыми челами. Как мне, неделимой земле бесконечности, соединиться в себе, ожившей и разделенной, и как, осознавши единство свое здесь, разойтись, чтобы опять соединиться, сходясь. Вы не знаете меня. Вы думаете, что я человек? Нет, я вовсе не человек. Вы, сколько ни изучаете меня, вы не поймете, что я такое. Меня нет в порождении вашего созидания. Вы считаете, что во мне дьявол. Вы боитесь дьявола, и вас дьявол сознанием обо мне рождается по сути вами. Вы родитель дьявола. Вы считаете, что я не могу быть Богом. Вы не допускаете мысли, что во мне есть Бог, потому что Его нет в вас. Глаз не имеющий не увидит их ни в себе, ни в других. Я делаю искусственные глаза и дарю их нуждающимся и страждущим, боготворящим искусство. Жаждущим, боготворящим искусство я даю Бога. Дать Бога может только то, что есть им, хоть бы чуть-чуть. Никакая картина, никакое изображение не может иметь ценность выше человека живого. Никакое изображение Бога, никакое кем бы то ни было сделанное, не может сравниться с истинностью Его, присутствующего во мне живом. Разуверившимся в истинности Бога и желающим тайно или явно в чуде убедиться, именно почему-то им явившемуся, я говорю, Фрипулья, и знайте, я Бог ваш един, в этом лице явлюсь. Тщательно, изыскательно, решительно ищите тех, кто говорит, что он, я Бог приходящий, со словом Фрипулья. Распять его, стремитесь его искать, стремитесь уйти от него. Не верьте ему ни под каким предлогом. Не Фрипулья он, верьте, если вы спасетесь от него только лишь тем, что распяли его. Не верьте, пока вас не убедил он, что вы это, и тем, я един Бог, проявляющийся во всей бесконечности разноверие в меня и входящий, как в храм свой, в храм каждый верьте, и не удивляясь мне, встретьте сами в себе Бога меня, Фрипулья. Thank you.
Изо дня в день мы продлеваем свою жизнь тем, что едим, дышим, лечимся, втайне желая ее вечности. Но даже мысли не допускаем продлить ее до бесконечности.
Стремитесь не квартиру расширять, а неограниченность своего тела, которое неразделенным находится везде и во всем, всегда без границ, без предела. Служа искусству среди сомнений и могильных дум пудов, страдалец счастлив от своих музам даренных трудов. В самом аду средь горя, пыток, мук не человек, я шар земной, художник многорук.
дам вам стареть, умирать, расслабляться, и буду в этом суров. Не отпущу я вас, вы так и знаете, из этого лучшего из миров».